взгляды за миллиарды. Скажите, а вчера рассматривалось на заседании Кабмина назначение Константинова сегодня главы Энергоатома? Рассматривался вопрос принципиально о том, что там необходимо назначить исполняющую обязанности, но конкретно назначение не рассматривалось. Ну а процедура какая была? Как он оказался на этой должности? Ну, Кабмин дал возможность назначить исполняющую обязанности. Ну, кто конкретно? Ну, сегодня вы же знаете.